По доброй традиции, подопечные социальных организаций Кировской «Апатитов» получат новогодние подарки от кировского филиала акционерного общества «Апатит». Развозить их по учреждениям помощники Деда Мороза начали с этого понедельника. Ребятам, находящимся в сложной жизненной ситуации, и детям с ограниченными возможностями здоровья гостинцы передадут со дня на день во время праздничных мероприятий. Возле кировской службы замещающих семей рабочие выгружают из большой машины коробки с подарками от компании «Фосагро». Их получат ребята из приемных и опекаемых семей. Сотрудничаем уже, наверное, более 5 лет, я могу сказать. И дети всегда довольны. Надо видеть их радостные глаза, что там лежит в коробочке новогодней. Тут можно открыть. Но это секрет. Одна из помощниц Деда Мороза – сотрудница предприятия «Апатит» Ирина Шитова. Каждый год она помогает доставлять подарки в социальные организации кировской «Апатитов». Их список обширный. Общество инвалидов, отделение социальной реабилитации, Дом ребенка, Фонд помощи детям «Наше будущее» и другие учреждения. В этом году таких дополнительных подарков было закуплено более 500 штук. И сегодня мы развозим их по организациям, чтобы жизнь деток всего кировского апатитского района была немножко счастливее и радостнее. Подарки от кировского филиала АО «Апатит» руководители социальных организаций и учреждений передадут детям на новогодних праздниках. Некоторые из них состоятся уже на этой неделе.